Всем привет! На моей кухне появился новый помощник. Это кухонный комбайн Oberhof Schwung C26. Это комбайн 8 в одном. Мясорубка, блендер, миксер, терка, слайсер, соковыжималка, кофемолка и замешивание теста. Этот комбайн имеет 3 скорости плюс импульсный режим. Также автоматический выбор программ. Стеклянную панель, противоскользящие резиновые ножки и также светодиодную подсветку панели. Давайте вместе с вами сейчас распакуем и посмотрим. С помощью блендера вы легко сможете приготовить коктейли и пюре, быстро взбить различные ингредиенты для выпечки, соусов или смузи, а вместительная чаша на 2 литра позволит без проблем приготовить блюдо или напиток для нескольких человек. Измельчитель практически моментально измельчает даже самые жесткие продукты, такие как сухари, сыр, лед. Насадка с пластиковыми лезвиями предназначена для идеального перемешивания теста без комочков, а насадка с лезвиями из стали – это уникальная конструкция насадки, которая обеспечивает повышенную скорость измельчения продуктов. Она легко справится с орехами, жесткими овощами и сыром. Насадка-миксер подходит для взбивания яиц или сливок, для приготовления кремов и безе. Кофемолка моментально измельчает зерна кофе до той степени помола, которая нужна пользователю. Теперь на приготовление ароматного напитка у вас будет уходить минимум времени. Также в наборе есть 3 диска для мелкого измельчения овощей и фруктов, для крупного и также для картофеля фри. Ну а теперь давайте вместе с вами проверим и протестируем наш новый кухонный комбайн от Oberhof. Ну и сначала мы с вами приготовим молочный коктейль. Я добавляю молоко. Молока у меня где-то 800 миллилитров. Также у меня здесь банан, я его порезала кружочками, и замороженная малина. И также я добавлю половинку стакана овсяных хлопьев мелкого помола. Если вам не нравится с овсянкой, либо вы ее не любите, но можете просто не добавлять. Также можно добавить сахар. Мы потом за кадром добавили еще сахар и еще раз взбили. Как вы видите, взбивается все очень быстро, буквально за считанные секунды наш молочный коктейль готов. Также коктейль можно делать с кефиром и с ряженкой, в общем, с любым молочным продуктом. Дальше я вам покажу, как работает чаша измельчителя. Устанавливаем саму чашу. А сейчас мы с вами протестируем, как наш кухонный комбайн справится с измельчением мяса. Для этого я взяла куриную грудку, она у меня немножко подмороженная. Также берем вот такую насадку с очень острыми ножами. Видите, насколько быстро наш кухонный комбайн справился с измельчением мяса? Буквально несколько секунд, и наше мясо превратилось в фарш.
вами протестировали кухонный измельчитель Oberhof. Я очень осталась им довольна. Обязательно буду использовать его в хозяйстве, в приготовлении различных блюд. Я поделюсь с вами ссылочкой в описании видео в инфобоксе. Заходите, оставлю ссылочку, где приобрести данный кухонный комбайн. Как раз сейчас скоро праздник, Новый год. Вы можете порадовать себя и своих близких. Я считаю, что кухонный комбайн – это отличный подарок, и каждая хозяйка его оценит. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока-пока.